эмоции уже вляглися? Не, еще и эмоции свежие, потому что действительно такая игра. Мы видели, что в первом тайме должны были уже забивать большее количество мячей. То есть то, что планировали в первом тайме, сделали все за исключением забитых мячей. Два забили, могли еще 3-4 забивать. Поэтому в перерыве ребятам сказал, что поддержать ту динамику. Но увидели второй тайм, пропустили гол, удалили игрока и уже совсем перестроились. Мы играли на контратаках, но благодарность ребятам за то, что они в меньшинстве выдержали, дотерпели до конца, перестраивались. Тяжелая была вторая половина, но довели игру до победы. Ну, первый тайм мы хорошо играли, забили два мяча и где-то, наверное, расслабились. Во втором вышли, сразу пропустили гол, потом получили красную карточку. Тяжело было после этого очень. У нас всегда с Ингульцом тяжелые игры, они такая боевая команда. И в этот раз тоже не было исключения. Мы так и готовились на тяжелую игру. Из позитива дебютный гол Диала Самбо для вас как бы очікуване явище? Ну да, этот игрок очень хорошо играет в атаку. И мы видели, и гол забил, и обострял очень много. То есть уже понимает не максимально, но уже приближенно к максимальному. Понимает структуру, которую мы просим держать, и в обороне отрабатывает, и остро играет в атаку. Поэтому молодец, и забил хороший гол. И было еще несколько моментов у него, которых мог тоже поразить ворота. Та комбинация, я открылся, отдал на Илью Скрипника, и он уже на самбу. Самбо хороший игрок, он нас усилил, и он решил свою задачу, он же нападающий. Наскільки важливо Горбачу було відзначитися, віддамо належне Царенку, який на відборі дуже добре зіграв і вивів, по суті, в один в один, але там теж Горбачу довелося майстерність свою показувати в завершальній стадії. Ми бачили, да, було кілька таких епізодів, коли виходили один в один з глибини, тобто ми планували, если не удавался прессинг, отходить к середине. После отбора мяча сразу просили ребят, чтобы они пользовались зонами, которые соперник оставляет, когда он не готов к отбору мяча. Вот так и произошло. Там момент Назара Волошина вышел один в один, такой же момент был. Момент у Горбача, когда он забил. Ну, для него это, скажем так, почувствовать уверенность, да, и воспрять духом, что он действительно тот игрок, в котором мы нуждаемся, который, на которого мы рассчитываем, и с каждой игрой должен прибавлять, потому что потенциал есть, пока недостаточно еще у него, скажем так, сил и не всегда понимает, что нужно делать на футбольном поле. Ну, я думаю, гол придаст уверенности, подскажем, направим, и Игорь будет прогрессировать. Да, это для меня очень важный гол для уверенности. Я вот первую игру в старте вышел в этом сезоне и хотелось очень сильно забить. Спасибо Антону Царенко, он отличную передачу выдал, мне оставалось только уже забивать выход один на один. Из позитива, снова же таки, плюс 33, неймовірна спека в первом тайме, и все же ваша команда забивает два мячи, то есть это указывает, мабуть, на то, что физично набрали належні кондиции. Ну, конечно, мы готовились к сезону и видим, что игроки даже в меньшинстве выдерживают ту динамику, и в принципе никто не выпадает. Да, конечно, мы на каждой тренировке выкладываемся, все ребята очень стараются, и мы к этой игре подошли в очень хороших кондициях, я считаю, перебороли эту жару, нам тренера говорили, ну, будет тяжело, мы с разминки включились, и вот так в матче оно и вышло, что мы с первых минут хорошо и физически подготовленно начали играть. Нет, это прежде всего взаимодействие всей команды, был медленный контроль мяча, то есть прошла передача между линиями, Царенко передержал мяч, обрез, и не готовы были защитники к обороне. Да? Вследствие этого это красная карточка тогда была, когда Макс сбил. И в предыдущем эпизоде, когда гол забивали, тоже прозевали фланг, не разобрались там, кто кого страхует. То есть самбо немножко не добежал, подключился игрок. Ну и то, что беспокоит, когда была передача в штрафную площадку, не контролировали игроков. Это то, что мы просим от ребят, что в этой зоне голы забивают игроки. То есть они должны их контролировать, потому что если не контролируют игроков, то большая вероятность, что если мяч к ним доходит, они будут забиваться нам голы. Поэтому пока это наша проблема и над этим работаем. Червона картка, ви робите заміну, Скрипника міняєте на Брашко. Власне, ви хотіли, розраховували на те, щоб
в подальшому утримати переможний рахунок, чи все ж таки на створення попереду теж розраховували? Ну, в первую очередь нам нужен был второй центральный защитник. Мы эту позицию на поле добавили. Да, и можно и вдевятером забивать голы, это не проблема. Да. Главное правильно располагаться на футбольном поле и делать то, что мы на тренировках тренируем. То есть ту компактность между линиями и с этих позиций уже контратаковать. Потому что на одного игрока меньше нас, да, то есть нужно находить эти моменты. То есть за счет быстрого перемещения мяча и за счет скрывания свободных зон. Дякуємо, з перемогою.